С рукопожатия и знакомства началась встреча председателя законодательного собрания Ульяновской области Анатолия Бакаева и руководителя благотворительной организации «Доброе дело» Елены Сорокиной с многодетными и малообеспеченными семьями из Ленинского района Ульяновска. Поводом стала ежегодная акция «Помоги собраться в школу». Это люди счастливые, у них замечательные дети, много детей. И это ко многому их, конечно, обязывает. Это непросто воспитать пятерых детей, троих даже детей воспитать. Одного-то сложно воспитать, а когда они воспитывают пятерых, то это большой труд очень. И, конечно, они нуждаются в помощи, нашей помощи, самой разной помощи. Возможной нашей помощи, все, что можно, нужно для них делать. Елена Сорокина рассказала о реализации в регионе проекта «Крепкая семья», координатором которого она является. Задача как регионального руководства нашей страны, так и руководства региона и нас, законодателей, состоит в том, чтобы вот не только вопросы рождаемости, да, решать, и помогать, но и вопросы воспитания и развития семей. Мама пятерых детей Лилия Журавлева поделилась своим опытом воспитания детей и от лица родителей поблагодарила всех, кто участвует в их жизни и помогает. Любые мероприятия, они, во-первых, сплочают семью. То есть семья учится действовать в одной команде. То есть где-то что-то, какое-то обсуждение, даже вот там какие-то портфолио или что-то еще, мы уже с семьей сидим, обсуждаем, что-то решаем. Также и ведение подсобного хозяйства, да, то есть вот у нас идет. Чаепитие и непринужденный разговор о детях, их успехах, о семейных заботах и планах на будущее постепенно вывели беседу на более серьезные темы, которые без помощи власти решить сложно. Председатель областного парламента принял информацию от родителей и обещал помочь. Фото на память завершило данную встречу. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.